Доброго здоровья, как бы сказал сейчас Геннадий Малахов. Доброго здоровья всем. Здорово, друзья. Салют всем, приветствую, категорически салютую. Здравствуйте, добрый вечер. Я с тренировки, да, вот только вышел из зала, только вышел, с 9 утра. С 9 утра до 10 вечера, 13 часов. А, как вам? Еду к близнецам в ресторан, в их чуть-чуть отдохнуть надо, повидаться с друзьями. Куда путь держишь? Вот сказал, еду в Жизнь Пи. Заведение называется Жизнь Пи, друзья. Кому кайф, подтягивайтесь, увидимся. Извини, ни хрена ты не боксер. А кто говорит, что я боксер? Абсолютно ко всему. Поэтому... Ну и комментарии. Да, вот не поверь, я сам иногда поражаюсь от той ерунды, которую пишут. Это на набережной, да. Ужинать еду, голодный, ничего не ел. Блин. Много народу тренируешь, очень много. Очень много, еще завтра бой. У меня, ну не у меня, а у бойца. В Академии бокса завтра вечер бокса. Кому кайф, подтягивайтесь. Дерется там вот Илья Ральгейзер, я его секундирую. Вход 2500. Вы сегодня, я выставлял ВКонтакт, в Инстаграм, вы спрашивали, где, что, во сколько, почем. Вот говорю, что в Академии бокса вход 2500, вечер бокса. Нет, у Никиты бой будет в... По-моему, ориентировочно 15 мая в UFC в Бразилии. Когда следующее задание на конкурс? Завтра. Завтра я снимаю новый выпуск, и, в котором я выполню ваше задание ответное, покажу вам все и дам вам следующее задание. Что значит секундировать? Это значит быть в ринге, быть в углу, точнее, бойца, который дерется. Когда следующий бой Артема? 21 февраля. Вот сегодня Артема тоже готовил. Артем находится в шикарной форме. Я вам гарантирую победу Артема. У него будет неплохой соперник, очень такой достойный, я бы даже сказал. Но, к сожалению, мои бойцы все выигрывают всегда. Только победа. Остальное нас не интересует. Как провел этот день? Надо было смотреть все сначала или смотри трансляцию. Девушка-то появилась? Нет, друзья, как появится девушка, я думаю, я удалюсь из перископа. Поэтому пока я тут, значит, никого нет. Нужно ставки ставить. И что ставить? Стопудово он победит. Тачира-то какая? Не отвечаю на эти вопросы. Банальные, неинтересные вопросы. Давайте какого-то конструктива. Денег за победу дают, да, конечно. За участие дают. Что будешь, если после... Что будешь есть после тренировки? Какое-то мясо, наверное, сейчас с рисом. Передай привет Амирану, как увидишь. Господи. Дай бит, брат. Что лучше есть после тренировки? Ну, смотря в какой... комплекции вы находитесь и смотря какие цели преследуете, смотря кто вы по, скажем так, по составу тела. Эктоморф, эндоморф или мезоморф. Вот я эктоморф. Это строение тела худой. Худой, и надо жрать очень много. Поэтому я могу жрать все и в любое время. И все равно не набираю вес. Поэтому каждому по-разному. Уравновешенный пацан. Сколько лет этим занимаешься? Чем этим? Групповые тренировки не будешь проводить? Вот я думаю на этот счет, я не знаю, надо ли мне это или нет. Блин, загруженность такая колоссальная. И хочется как бы большим людям дарить спорт. Поэтому, может быть, буду делать групповые. Как относишься к толстым девушкам? Я ко всем людям отношусь с уважением. Какая разница, какого размера девушка, она что, если она толстая, что она не человек, что ли? Привет из Беларуси.
Руси, Беларусь. Передаю привет. У меня там дедушка живет, тетя. Всем, все девушки завидуют твоей структуре тела. А зачем девушкам завидовать моей структуре тела? Девушки тоже хотят иметь кубики на животе и твердую грудь или что? Или бицепс они хотят иметь? Или спину широкую? Или я не знаю, чему они завидуют-то? Привет из Ставрополя. Ставрополь, привет. У тебя есть девушка? Нет, осетинка на связи. Окей, осетинка, привет. Привет из Украины. Украине, привет. Зависть – это плохо, согласен. Что ты ешь? Ты говорил уже, кубики у женщин. Это нормально? Мне не нравится. Считаю, что ненормально. Считаю, что это некрасиво. Привет из Твери. Тверь. Передаю тебе привет. Привет Ростову. Ростову привет. Привет из Новороссийска. Привет. Когда бой? Какой? Завтра бой. А где с тобой можно познакомиться? Не знаю. Пишите ВКонтакте, наверное. Везде пишите. Я стараюсь на что-то отвечать. Когда в Америку? Вот, кстати, хороший вопрос. Мы с Никитой в начале марта стартуем в Америку. Скорее всего, Лас-Вегас. Это будет... Как ты ездишь? А куда на отдых? Нет никаких отдыхов. Друзья, пашем, пашем. Майами или Росомаха? Дай бит. Пошли идиотские вопросы. Буду сейчас блокировать. Привет из Кузни. Кузня, привет. Когда твой Тёмы? 21 февраля. Ты пьешь алкоголь? Нет, ни в коем случае. Блин, будет выпуск. Все выпуски будут. Росомаха, на сноуборде катаешься? На сноуборде, да, могу. Видос боя будет. Да, я, кстати, бой Артема. И вообще все, что будет там рядом, сниму в своем блоге. То есть мой выпуск будет посвящен бою Артема. И придут поболеть все герои, ребята из Дневника Хача. Будет ваш любимый Амиран. Поснимаю в своем блоге Амирана. Все для вас, в общем. Какой у тебя режим? Когда как? Иногда плохой режим. Иногда хороший, блядь. Извините, пожалуйста. Жизнь Пи, фудмаркет. В Жизнь Пи еду, к близнецам. Так, Ю. Амиран иногда бесит. Да меня самого иногда подбешивает, да, бывает. Ну, хорош. Днепру. Привет, Алик, брат. Не врежься. Да, вот буду стараться, блин, сейчас это. Привет из Черногорска. Мулат из Пензы. Да, привет из Черногорска. Да. Интересно, что умные вещи говоришь. Спасибо вам огромное. Спасибо, что слушаете. Амиран Лапа. Ну, нафиг ты мне это пишешь, господи ты боже. Что ты отнимаешь? Место чужое занимаешь. Я не понимаю. Амиран Лапа. Напиши это ему. Что ты сюда это пишешь? Многие люди не могут. Близнец звонит. Вечно я врублю перископ и начинают все звонить. Прям бесит. Главные качества у девушки. Главные качества всех людей – это человечность, друзья. Не хочу никого классифицировать на качество. Бегаешь по утрам? Иногда бывает. Я живу возле Филевского парка, там такой воздух классный. Флойд сказал, что выйдет на 50-й бой. Я что-то не знаю такой информации. Не хочешь побриться? Побрись. Зачем сюда писать про Амирана? Мы общаемся с Аликом. Умничка. Вот мог бы тебе сейчас лайк бы тебе поставил за это. Молодец. Кто бы ты ни был, ты молодец. Как тебе фильм Манто? Кстати, друзья, скоро, скорее всего, в конце февраля. Вот мне сегодня звонили, вроде как смонтировали мой фильм. В конце февраля я в каком-то из московских кинотеатров, его презентую абсолютно для всех со свободным входом. Фильм реально получился очень интересный, очень познавательный. Мне хочется, чтобы каждый оттуда что-то подчеркнул. Реально полезный продукт получился, поэтому я вас всех приглашаю уже заранее, но еще попозже скажу это и в Дневнике Хача, и у себя во блогах, везде. Поэтому скоро вы можете уже приходить, будет открытая премьера фильма моего. Так что очень много интересных людей в нем принимает участие, очень много известных людей вам.
Привет, диагент. Привет из Баку. Баку, привет. По матчу реклама с тобой постоянно показывает. Ну да, это кусочек передачи, которую про меня снимали по Матч ТВ. Поэтому есть такое, да. В каком зале тренируешься? На Динамо, кроссы бегаешь? Нет, кроссы не бегаю. Ну, хорош. Хотела, правда, что когда хочешь набрать вес... Хан Альварес, исход. 100% Альварес. Красава. Когда новые выпуски на канале? В понедельник новый выпуск. Давно ли Тёма занимается боксом? Год он у меня занимается. И вот уже 3 боя, 3 победы. Вот сейчас будет 4-й бой, 4-я победа. Когда новый выпуск? В понедельник. Астматику можно заниматься боксом? Это к врачу, это уже не ко мне. Ну что, друзья, я приехал в Жизнь Пи, что на Савинской набережной. Кому кайф, подтягивайтесь. Мы все там. Обнял. Всех целую. Всем пока.